ровный стык. Блять, даже без рулетки, нахуй, ёбаный рот. Вот он, шедевр, бля. Ёбаный красоты, бля. Я хуй, бля. Вот она, блядь, ебаная шахтинская керамика, нахуй. Это пиздец. Вся разная пачка, блядь. Вот еще тут пачка, нахуй. Я уже не знаю, блядь, как ей работать, нахуй. Вот это, блядь, ебаные углы, блядь. Развернем, бля. Вот такая, бля. Другую, любую берем. О. Ровная, ни хрена себе, бля. Ровная сторона. Нету зазоров, бля. А не, бля. Другая уже, бля, гуляет. Ровная, ни хрена себе. Ого, тут еще больше, бля. Тут еще больше. О, ровная, бля. Ни хрена себе, бля. Так, ну-ка, блядь, еще вот так мы не делали. Ну, хреново видно, блядь. Но, тем не менее, буду говорить. 29. Двадцать девять. 29 28 28. По миллиметру уже не хватает. 28 29. Двадцать девять. Ух, блядь. 30, ёпары сатын. 30, блядь. 28. 29, блядь. 30.
30 на 27, блядь. Это вообще уникальная плитка, блядь. 30 на 27, нахуй. Ёпараная тетя, блядь. Ну куда нахуй, ёбаная в рот, блядь. Ну что они творят, блядь. А люди за это, блядь, деньги платят, нахуй. Даже интересно, блядь, прикинуть наугольник. Такой шедевр, бля. Ох ты, ёпаная тётя. Тут вообще печально, бля. А эта сторона ровная, бля. Даже и не шелохнётся. А эта сторона, бля. Ебануться, блин. Тут все, короче. Блять, как можно такой плиткой работать, блять? Почти вся нахуй. Ебаный. Даже, блять, ничего не прикладывать не приходится, нахуй. Перевернуть, бля. Перевернул. Блядь. Еще хуже, бля. Ёбаная тетина. Пиздец, блядь. Сейчас другую возьму, бля. А потом, блядь, надо сделать это все ровно, нахуй. Тут она вообще выгнута в другую сторону. Это я угольники еще не прикладываю. Вот еще одна сторона, блядь. Пиздец.